22-24 июля. База отдыха «Белая гора». Слет радиолюбителей Пензы и области. Работа в эфире. Военные конкурсы и викторины. Пенная вечеринка, дискотека и, конечно же, праздничный салют. Вкратце их вы поняли, а теперь посмотрим поподробнее. 22 числа, а именно в пятницу, была небольшая часть игр и конкурсов, среди которых была игра «Военный радист». Хоть и в начале не все понимали, что нужно делать, но во время игры никто не ошибался. Среди мужчин участие приняли подростки и женщины. Анастасия играла в игру впервые, но показала лучший результат. Ближе к вечеру, после того, как все пообщались, началась мега-дискотека. Некоторые участники слета не только танцевали, но и пели. На следующее утро, в субботу, а точнее в 5 утра, начался утренний тур рыбалки, а после чего свою работу начала КДК, где любой желающий мог сдать экзамен на позывной сигнал или повысить уже имеющуюся категорию. Как только стрелки часов показали 12:00, все собрались, и началось торжественное открытие слета. Так как открытие проходило под палящими лучами солнца, после завершения все желающие получили мороженое от спонсоров. После этого, пока все не разошлись по палаточному лагерю, в дело пошла пушка с пеной. Вначале пены было не так много, но спустя 2 минуты толпу людей было не найти. Пенная вечеринка была около озера, поэтому, чтобы хоть как-то избавиться от пены, участники скупывались и бежали вновь в море пены. Далее по плану должен был состояться УКВ-контест, но внезапно прибыли тучи и рванул дождь, из-за чего тест был перенесен на час. В небольшом солнечном промежутке он состоялся. Самый лучший результат показал Алексей, набравший большее количество связей. После УКВ-контеста солнечная погода наладилась и начались военные конкурсы. Ну и, конечно же, как наступили сумерки, началась и дискотека. Люди, а я суперзвезда. Звезда. Суперзвезда. Звезда. Ну а пока продолжаем.
продолжалась дискотека, прогремели первые выстрелы праздничного салюта. Конечно, не все дождались этого момента, но салют был просто бомба. Ну а на этой прекрасной ноте видеоролик подходит к концу. Оператор и видеомонтажер очень старались, работая над данным проектом, поэтому мы надеемся, что данный ролик и ты оценишь по достоинству. С вами были мы, радиолюбители Пензенской области. 7.3. До встречи в эфире.